Приемная на дороге с таким названием состоялась акция на одной из республиканских дорог области. В ней приняли участие представители дорожников и специалистов, следящих за качеством дорог. Цель акции – предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Подробнее расскажет наш корреспондент. Жанат Мухамеджанов – один из тех, кто принял участие в акции и пришел задать интересующие вопросы. Один из них связан с ремонтом дорог в регионе. Я понимаю, что на ремонт дорог нужно выделять средства. Но я думаю, что нарисовать полосы посередине и по краю дороги не потребует много денежных средств. Отсутствие разметки создает проблемы для водителей. Поэтому я обращаюсь с просьбой, чтобы они нарисовали эти полосы. На вопрос Жаната Мухамеджанова ответил заместитель национального. В связи с неблагоприятными погодными условиями эти работы приостановили, а сейчас уже возобновили. В целом за год дорожную разметку прорисовывают 4 раза на дорогах республиканского значения и 2 раза на внутригородских дорогах. В настоящее время ремонтируется 193 километра дорог. Эта работа будет завершена в этом году. В дальнейшем проведем средний ремонт еще с 385 километров. Сейчас проводим экспертизу. Позже в сентябре будет объявлен конкурс. Стоит отметить, что с прошлого полугодия в сфере автомобильного транспорта выявлено 365 правонарушений и наложено штрафов на сумму около 42 миллионов тенге. К слову, с начала года в области произошло 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате более 210 человек получили ранения и 16 погибли. Алихан Жаксыбаев, Анатолий Белонок, служба новостей.